Надеюсь, сейчас игра не вылетит. Это что-то у меня как стрим, так сразу какие-то проблемы с играми начинаются. Все начинает лагать, все начинает тормозить по-жесткому. Вылетать. Комп начинает самоуничтожаться. Какая-то вакханалия творится у меня на компьютере, когда я начинаю стримить. Когда просто играю, все нормально, все отлично, даже видеокарта не греется. Все отлично работает, 120 FPS. На максимальных настройках. Ну, я имею в виду сейчас там Counter-Strike Global Offensive, там вот это вот, Left 4 Dead 2, да? То есть игры, которым уже, ну, не знаю, года 2-3. И которые хорошо оптимизированы для ПК, конечно. Которые могут выдавать на максимальных настройках 100 FPS. А вот эти всякие игры там новые, которые выходят, еле-еле на тридцатки идут. И то еще на средних настройках. Куда все ресурсы компа идут, непонятно. Комп должен тянуть. Но почему-то все ядра загружены. Видеокарта греется на 60 градусов, как минимум. И еле-еле 30 FPS тянет. Вот это современные игры называются. С классной оптимизацией. Так, и у меня опять повисла игра, или что? Давай! Во! Заработала, наконец-то. Тачка супер, но даже она не проедет через 20-мильную пробку. Дальше пешком. Черт бы тебя побрал, Джимми Гибс-младший. Это не смешно, Ник. Так, публичная игра есть? Вот что-то у меня только с сенсой не так. Сейчас надо сенсу поправить. Да нет. Клавиатура мышь. Вот так давай. Во, хорош. Ну это какие-то еще моды стоят, как я вижу. Пистолет какой-то. Ладно, погнали. Воу-воу-воу. Нет, сенсу надо немного уменьшить. Что-то я как-то много ее сделал. Да нет. Да нет. Да нет, где с... клавиатура мышь? Вот. Вот так давай. Перезаряжаю. Все нормально. Ты пистолет какой-то кривой. Оригинальный 100% лучше был. Перезаряжаю. Ну что, Left 4 Dead? Одна из любимых игр, которые, особенно вторую часть, я помню, очень долго ждал. Вот вторую часть я, да, реально сидел, помню, в календарике отмечал дни, которые остались до выхода. Ибо первая часть очень хорошо заехала, очень понравилась. Так, и говорите, если там квадратики сейчас будут или еще какая-то фигня. Вроде как я сделал получше качество стрима. Поэтому теперь никаких квадратиков и прочей херни не должно быть. Так, ребята, давайте без лагов, без всякой херни. Просто умирайте. Вот таблетки. Таблетки. Я забрал таблетки. Хорошо. Вниз по уступу. Да, бегать здесь нельзя. Самая обидная вещь, которая тут, наверное, есть. Здесь тошнило толстяка. Парни, видите эти прожектора? Пойдем туда. Спидран. Лис, лети! Ну да, летит, а что ей еще делать? Желчь пошла. Что еще с Лизи делать, кроме как лететь? Ой, иди нафиг. Я тебя умоляю. Поносная фигня. Все, разрулили. Снайперка. Так, посмотри, кнопку мышки целится. Надо это запомнить. К управлению будем привыкать надо. Я в Left 4 Dead второй не играл, наверное, не знаю, полгода. Или даже больше. Снайперка, конечно, я помню, мощная всегда была.
Перезаряжаю. В принципе, думаю, она нам поможет в этом плане. В плане мощности. Так, шприц. Взял шприц. Ага, все нормально, взяли. Боты не такие уж и тупые, как оказывается. Перезаряжаю. Черт, это было зря. Это было очень зря. Но, парни, ты еще не... Давайте, давай, 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 все сюда. Чего такие слабые? О, курильщик. А перезарядиться бы. Фигня какая-то тут происходит, конечно. 100 лет не играл. В Left 4 Dead. Ну, не 100 лет. Не, все нормально с качеством, я тоже стрим смотрю сейчас. Да, действительно, с качеством все нормально. Теперь в игру вернуться надо. Потому что нам на весь экран. А не в окне. Что ты делаешь, черт тебя подери? Надо перезарядиться. Перезаряжайся. Да, на мостки. Так, тут аптечка есть. Аптечка. Можно постой, подлечить мне себя. Надо подлечиться. Взять аптечечку еще одну. Аптечка, кстати, у меня тут... Соника у вас. Прикольно. Здесь есть оружие. Так, пошли дальше. О, коктейль. Мама учила меня не играть огнем, но... Угу. Мама твоя плохая, видать, была. Ибо сейчас как раз-таки... Тот случай, когда надо уметь играть с огнем. Тут есть еще у нас осколочные. Давай-ка положим их. С осколочными урон получше. Намного получше. Давай, заканчивайся. С осколочными настрелял в него, ему пофиг. Блин, вот первую часть я любил именно за то, что там она была очень темная, очень жуткая. И стрёмно было немного, если честно. Это поможет. Иногда было стрёмно. Просто идти вперед, там, какие-то домики заходить. Какие-то там, не знаю, офисы. Действительно, было просто тупо стрёмно это делать. Во второй части как-то нет такого. Страха там, не знаю. Ох, твою мать. Он не загорелся, а? Охренеть. Эть! Нет, иди нахрен, я не хочу с тобой дружить. Эть! Попал, скотина, все-таки. Надо его поджечь. Давай, умирай, скотина. Жирная. Тут дофига, кстати, очень у нас этих канистр. Тоже канистра, да? Нормально. О, прицелы. Неплохо. Так, теперь самое плохое только то, что надо заново все это обходить. И даже жаки тут лазит. Чувствую, я сейчас к нему приду таким темпом. И он меня возьмет за самое приятное. Нет, он не у меня. Хорошо. А, куча зомбарей пошла. Просто так. Если хотите спросить, зачем я это сделал, я скажу просто так. Так, тут никого. Перезаряжаю.
Курила? Эй, я перезаряжаюсь. Не вижу Курилу, ну где-то он тут. Все, пошли дальше, короче говоря. Перезаряжаю. Здесь еще, кстати, какая-то фигня может быть. Типа этой фигни. Не знаю, стреляй куда попало. Если будет хорошо. Так, таблетки. Ну, берите, боты. О, черт! Парни, парни, парни! Фу! Surprise, motherfucker! Да, я помню, я эти звуки тут ставил. При взрыве бомбы там и так далее. Ну да, скачет верхом, а вы еще хотели. Это жокей. Жокей тот, кто управляет. Конечно, сейчас бы оружие более веселое, чем это говно, которое у меня в руках. Били? Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, тут и толстые, все, кто хочет, тут есть. А у меня снайперка заканчивается, что очень плохо, несомненно. Зато есть таблетки. Машина, надеюсь, не сигнализация? Не, все нормально. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Я перезаряжаюсь. Осторожно. Да что ж так долго перезаряжаешься? Перезаряжаю. Да, надо было лучше что-то ближнего боя взять. Оно намного эффективнее. Так, тут главное еще машину не попасть, а то все сбегутся с округи. Ух! Вот почему я говорю, оружие ближнего боя необходимо. Охренеть. Окружили. Перезаряжаю. Шелестящие дубы. Мы дошли. Да, дошли. Мы молодцы. Нормально. Ну, что это за ботва? Классный бот, он мне очень помог. Бот просто лучший. Так. Внутрь, пацаны, внутрь. Я тут спрей даже нарисую. Я уже забыл, что в этой игре можно спрей рисовать. Ну и также в КСС тоже. Ой, нафиг ты это сделал? Давай уходим. Все. К нам, кто, кстати, кто-то еще зашел. Какой-то D3E. Не знаю, что за ник, но, в принципе, Left 4 Dead. Да, Left 4 Dead. Так. Купил Голиафа, Алекс. Молодец. У меня, кстати, Голиаф, я вспомнил, в Эрмехе был уже. Я им просто не пользовался. Почему-то. А, не, D3E это кто-то из числа... моих друзей из списки Стима, ну неплохо. Может кто-то скачал Left 4 Dead? Так, нормально. О, дробовик. Крутой. Это же полуночные всадники. Никогда о них не слышал. Они крутые? Ну да, я собрал все их альбомы. Новые песни уже не так крутые. Лучше шоу вообще, и точка. Был на них год назад, стоял прямо у сцены, остался без бровей. И... где наш товарищ? Отошел. Ну молодец, отошел. Что-то я вижу, что ты тут стоишь, до сих пор не отошел. Да. Можно пока черных зомби подстреливать. Да, вот такой это я расист. Хотя сам играю за черного человека. По сути.
рекорд по сидению на колесе оборудования. А, все, зашел? Он торчал на нем два дня, ему жутко хотелось пива. Никто, конечно, не давал, так он обвязался веревкой. Не спрашивайте, где он... Игра долго грузит? А, ну нормально. Сможет в другой раз? Ладно. О, кстати, Дигл. О, ребята! Пошли! Бам! Вот это вот оружие, которое отлично в руке лежит. Что-то зомби реально какие-то черные, вам не кажется? Что с ними не так? Или у меня глюкануло что-то? Ладно, зомби есть зомби. Гнома? Нафига нам гном? Да, у меня, наверное, что-то глюкануло, либо я с мастерской Стима что-то хреново установилось. Ну ладно. Так, коктейль Молотова. О, это что такое? Я что-то, видимо, дофига всего устанавливал с мастерской Стима. Что это? Коса из Солитера, что ли? Ой, извини. Да, видимо, тут наустанавливал всяких приколов. Реально, коса из Солитера. Ну, по идее, из Солитера. А что я не могу пройти? А, здесь, наверное, не прогрузилось кусок. Не прогрузился кусок забора, да? Не, надо будет игру снести и установить по новой, чтобы эти все предметы из мастерской ушли. Они, конечно, прикольные, но они не в тему. Но оно вообще, ну, смешно выглядит. Очень неестественно выглядит эта коса, конечно. Она прикольная, но неестественная. Кстати, тут можно вроде как поиграть. Насколько я помню. А тут будет считаться зомби, которого я убил? Блин, у меня дробовик, это хреново. Кстати, здесь же нам что-то дадут, да? Гнома, кажись. Если мы выиграем. Я попал! Блин, игра в игре. Мы сделали тебе игру в игре, чтобы ты мог играть в игру, пока ты играешь в игру, да? Тут куча зомби, пацаны. Не хочу вас прерывать от великой игры. От тира, но... У нас тут вещи посерьезнее нашлись. Все, мы что-то выиграли или нет? Можно было здесь, например, там таблетки выигрывать, да, было прикольно. А, нет, тут, по идее, гнома, да, выиграем. Гнома не дали, да ну его нафиг. Спрей лучше нарисую, которого никто не увидит. Потрошки, погнали дальше. Еще таблетки. Зачистку 228 делаем. Полностью всех уничтожаем. Там что, танк? Да. Surprise, motherfucker. Ого, а ты что делаешь, козел? Кажется, он упал, хватит. А зомби стоят, им насрать. И тут главного чувака гасит. Так, куда-то наш пошел, чувак. Зря ты это сделал. Там где-то толстый. Вот гитара. О, вот этот дробовик уже по мне. Намного лучше. Так, тут мы появляться будем, если кто-то сдохнет. А ну как она со стороны, эта коса, выглядит? Ну прикольно. И все с топорами. Молодцы. Вот зачем вы это сделали? Давайте еще так сделаем. Чтоб совсем весело было. Можно еще зажечь. А то сжжем на этом концерте. Уходи, уходи, что стоишь? Есть шприц.
Блин, опять? Мы тут просто все пламенем инквизиции очистим. Нафиг. Но. Где-то еще есть противники? Были противники. О, спас. Тоже интересно. Это у меня была сюрприз, мадафака. Это у меня звук стоит на взрывах. Когда взрывается какая-то бомба. Черт! Парни! Мне делают больно. Да блин, давай. Неплохо. Неплохо так боты нас рубят. Что вы делаете? Пошлите. О, таблетки. Кому таблетки нужны? Таблетки! Пацаны! Никому, ну ладно, я закинусь. Не пропадать же добру. Ты что, совсем спятил? Эй, я перезаряжаюсь. Ага, там ведьма. Кто там ведьму потревожил? Парни, вы куда? Да, что-то у меня какой-то глюк произошел, зомби черные все. Тут лежит оружие. Тут курильщик. Ладно, проходим, короче говоря, дальше. Вот, это поможет. Так, а ну-ка. Где вы, уважаемая? А ну иди сюда. Все хорошо, больно не будет. Ну, только если немножко. Накурили тут, блин, вообще обалдеть. Так, горки. Куда ты так торопишься? Это же супер. Самое веселое, поехали. Где-то клоуны там у нас. Ага. Зомби на клоуны сбегаются. Правда, тут клоуны такие частые, конечно. Так что в этом смысла нет. Вот гитара. Ты еще живой? Здесь есть оружие. Так-то лучше. Закидываемся таблетками постоянно. Наркоманим. Толя, как вы еще живы? Кишки такие прям вообще просто. Тут, блин, со спаса. Это реально не смешно. Зомби, который выдерживает дробь. Прям в лицо. Клона надо завалить. За ним же все зомби бегают. Короче, проходим, а то сейчас босс отреспавнится. И будет нам весело. Этого в планах не было. Осторожно. Бросаю бомбу. Перезаряжаю. Да тут никого нет. А, ну да, никого нет, конечно. Никого абсолютно. Вообще никого не вижу. Так, надо где-то ж вырубить эту хрень. Только где она там, я не помню. Стой. О, отлично! Давай в угол, пацаны, все сюда. Все? Нет, еще. Давай, руби их всех в мясо.
Ой, да хватит, негры. Мы как будто в Африку попали. Нет, это какой-то глюк у меня, 100%. Все зомби стали черными. Да какая-то таблетки. Серьезно, что ли? Нам надо вырубить сигнализацию, чтобы они не ломились сюда. Все, вроде вырубили. Откуда у вас столько ломится? Все себя чувствую, как выжатые лимоны. Впереди убежище. Лом-перехват! Удался. Все в туннель любви. Все внутрь. Да сражайтесь там сами. Не заставляйте меня подгонять вас пинками. Туннель любви, очень нам нужен. Вот теперь совсем другое дело. Нормально получилось. Как ты смотришь на то, чтобы пройти Соника? Какого? Первого, что ли, самого? Есть ачивка принести гнома до конца игры. Я знаю. Пройти Соника. Хрен его знает. Это игра не для прохождения. На стримах, да. Кстати, надо написать опять же в стриме, что Left 4D2 у нас. На стриме. Чтоб, может быть, какие-то рандомные люди подходили. Мне было приятно. Если бы мои стримы смотрело довольно много людей. Извините, но мы закрыты. Нет, мы открыты. Для первого, второго, третьего, четвертого. Ну, ты прям мне не знаю. Хардкор предлагаешь какой-то. Первого, конечно, пройти не проблема. Третьего пройти не проблема. Второго не знаю, второго никогда не проходил. Еще есть третий Sonic Knuckles, вроде так называется, там где за Knuckles можно играть. Ну и что там еще есть? А, ну да, и четвертый еще есть. Какой-то Элла зашел. Или какая-то, хрен он знает. Все, я буду тут жить. Спасибо. До свидания. А, нет, зомби стали нормальными. То все-таки лаг какой-то был. Блин! Парни едят! Мозги едят! В уши насилуют! Помогите! Класс, все хп вначале сняли. Вот и лучшие игроков играют за зомби. Все, почти спекся я. 3 хп осталось. Профессиональная игра. Да какие таблетки? Аптека нужна, а не таблетки. Перезаряжаю. Все с косами такие, жнецы прям бегут. Охотник. Не попал. Жалко. Погнали сюда. Ну ладно, я тут пройдусь. Что там происходит? А, ведьма. О! Надо с этим делом что-то делать. Хватит, хватит, зомби, откуда у вас столько? У меня такой вот очень интересный к вам вопрос. У вас ломится постоянно такая куча. Не пойми откуда, правда. Тут патроны, кстати, есть. Нет, к сожалению, нет. Ладно. О, патрошки. Очень в тему. Так, стоп. Лестница. Мы же с тобой с первого класса вместе. Ты что делаешь? Эй, прикройте меня. Я пока подлатаюсь. Давайте, подлатайтесь. Да, я тебя подлатаю. Два пистолета. Серьезно, что ли? Хватит дергаться, я так тебя не вылечу.
Аптечки-то у нас закончились. Воу-воу-воу! Вы что, живые еще? Вы что делаете, изверги? Прям, знаете, вот эта вот дырка ли, это, спартанская. Сейчас вот Леонид стоит и туда всех зомби скидывает. Это Спарта! И зомби туда летят. Где этот маленький ублюдок? Так, хорошо. Надо проверять эти залы. Перезаряжаю. Так, ладно, проходим. Это самый длинный туннель любви, который я видел. Да, я тоже. Вертолет, да, вертолет. Где-то там летает вертолет. Я чувствую дуновение ветра. Так, товарищи, прекратите. О, патроны пополним. Хорошо. Там, кстати, курильщик бегал, да. Нет, курит, 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 курит. Скотина! О! Что-то я тут прям на расхват. Прям все хотят кусочек меня. Огненные патроны, здоровья нифига нет. О, спасибо. Что, погнали тогда? Где эта скотина? О, да, сейчас очень далеко надо нам идти. Я помню. По этой железной дороге. Чувак. Не хочу тебя огорчать, но тут есть злые зомби, которые хотят кусочек нас съесть. Уходим. О! Давай-давай-давай, я прикрою. Я пока более-менее бегаю, меня подлечили. Пошли, 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 не ссы. Ну давайте, попадайте мне мою, на мою косу, ублюдки. Я перезаряжаю. Проходим, проходим, не ссы. Я прикрою, я более-менее передвигаюсь. Быстро. Что такое? О, пробежал, да? Заранил. Черт, что это было? Перезаряжаю. Да, я вижу, ты отлично заранил. Так, хорошо. Только меня бьют, вот это плохо. Давай-давай, проходим, проходим. Не задерживаемся. Ну, какого хрена, кто здесь огонек кидает? Черт, парень, 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 парень. Парень! Херово как-то. Проходим. Сейчас нас боты зарешают. Это будет вообще весело. Ну, давай уже.
Реально, зарешали боты. Надо перезарядиться. Осторожно. Охотник, охотник, охотник. Осторожно. Курильщик, курильщик, курильщик. Класс. Скотина, а ну иди сюда, ты. Говно. Не надо, не поднимай, сейчас сам же упадешь, дурак. Класс. Чемпионская игра. Чемпионская игра. Лучшие игроки Left 4 Dead собрались в одном месте. Так, ну что, 40 минут прошло. Я вот не знаю, продолжать, не продолжать Left 4 Dead. Чё скажете? Тебе не просыпаются воспоминания, тренер? Ты чизбургер, запах любви. В старое время тренер жил просто замечательно. Убейте клоуна, он прилег... Ладно, пошлите. Продолжаем, да, хорошо. Как скажете? Главное, чтобы это были игры с подписчиками, а не просто стрим. Тогда в игры с подписчиками не будет смысла. Тогда это будет просто обычный стрим. Довольно скучный. О, класс. Капец их тут. Тут весь туннель любви собрался в одном месте. Добил. Хорошо. Бетонная река? Да, наши главные герои, конечно, еще те шутнички. Здесь так. Шприц с адреналином. Тут у нас шприц есть, неплохо. Я слышу стон. Эй, народ, гасим фонари. Так, тут у нас теперь снайперка. Не особо интересно. Так, никого. Да, двери закрывайте, чтобы противники сзади не спавнились. В мультиплеере, когда играете, то лучше сразу закрывать двери. Так, где у нас там этот? Охотник. Хантер. Ты где? Ладно, пошли. Нормально. Пока что держимся. Меня так просто не убить, гнусные твари. Я вижу, как тебя просто не бить. Ковыляешь там на бег большой скорости. Обалдеть. Оружие отлично. Калашников. Поехали. Сдерживаем натиск зомбарей. Калашников, проверенное временем оружие. Так, парни, таблетки. Кстати, это правильный Калашников, в отличие от Counter-Strike. Потому что у него затвор справа.
Когда я помню Counter-Strike Source постоянно, я по этому поводу комплексовал. Почему это у Калашникова затвор слева? Что за неправильный Калашников? Так, Жеки там лазит. Какой поток плотненький. Так, ребята, уходим. Все, поехали. Я сказал, поехали! Не отвлекай меня. Давай, 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 проходим, проходим. Вот это херово. Хотя он уже в прошлом. Проходим, проходим, давай. Не задерживаемся. Проходим. Где все? Упал, что ли? Ну класс. Куда там тянут? Нормально. Нет, нифига не нормально. Что происходит? Как это? Куда этого утянуло? А, ну там его можно подобрать. Хорошо. Пошли. Не, ну она, конечно, закинула просто идеально. Ну прикройте, ребята. Так, здесь минус один. Но мы пытались как могли. Класс, вот там у нас еще лежит. А, ну все, я уже наверх не могу. Ребята! Run and gun! Проходим, короче говоря. Все, их уже не спасти. К сожалению. Охотник. Ну, класс! Класс! С двух сторон! Отлично! Командная работа, пацаны, командная работа! Я сзади хотел закрыть путь, а тут еще плевальщица вылезла. Помогите! Может, друг другу поможем встать? Да, ГГ. Больше ничего не скажешь. Класс! Будем эту карту сейчас пройти 100 лет. Best team ever. Да-да. Прикрывает тыл. Всегда прикрываю тыл. Нам придется пройти через туннель. Вот тут есть автоматис. Возьмем это говно. Так, что у нас там? 45 минут прошло, все вроде нормально. Дропов 0. Вот что значит хорошо оптимизированная игра для ПК. Дропов 0. Все классно работает, игра не лагает, при 60 FPS идет. Стрим тоже хорошо идет, в нормальном качестве. Это называется хорошо оптимизированная игра для ПК. Что ты там так усердно пишешь? ГГ. Что ты делаешь, черт тебя подери? Мне нужно подлечиться. Какие вы красивые, конечно. Без макияжа. Так, тут двери есть? Нет.
Жаль. Дверь — это очень хорошая такая преграда для противников. Ого, там зажим как хорошо пошел. Прям зашел так, прям. Все жаки рассыпались. Да, интересно. Обычный дробовик, но тут уже эмочка. Ты что, не думаешь, что обычный дробовик нам тут пригодится? Алло, я не понял. Перезаряжаю. Ну вот, все хорошо. Вниз, здорово. Понеслась, пацаны. Давайте потанцуем. О, да тут у нас и охотничек есть. Все есть. Весь комплект. Да, понос как понос, не говорите. Нормально. Так, продолжаем. Парни, уходим. Хорошо, что у меня коктейль был. А, что-то как-то быстро загнулся. Мы на каком уровне сложности играем? Мы на среднем играем? Ты о чем так быстро сдох? Ты что делаешь? О, аптечечка. Так, неинтересно, неинтересно, неинтересно. У нас патрошки есть? Есть. Еще и разрывные, неплохо. Громила, очевидно, тупой какой-то. Так, понеслась орда. Жнец требует крови. Крови жнецу. Жнец требует крови. Крови жнецу. Нормально. Притоптала буквально зомби, в стенку впечатала. Неплохо. Чего стрим замолчал? Положение стабильное, экран вдруг почернел, подумал, что умер вдруг. Все нормально? У меня стрим идет. Воу-воу-воу-воу-воу, парни, парни, жнец требует крови. Жнец, конечно, требует крови, но жнецу еще надо выжить. Жнец должен жить! И зомби не должны лагать, чтобы я по ним попадал. Крови мне! Блин, зомби, вы слишком какие-то непонятные. Так, все у нас идут. О, пошли, пошли. Жнец идет. А ты тут что, улыбающийся хрен тут бегаешь? Капец, реально зомби-апокалипсис. Парни,
Пошли. Не задерживаемся. Промедление смерти подобно. Ты что, совсем спятил? Перезаряжаю. Кто там у нас задержался? Перезаряжаю. Черт, пацаны! Спасибо. Перезаряжаю. А, молодец. У нас тут один, как всегда. Отличился. А нефиг рашить. А, понятно. Классно. Нет, парни, не надо меня трогать, я невкусный. По себе знаю. Все, минус один. Ох, если я сейчас подлечусь, какая жесть будет. Парни, проходим, проходим. Мы сейчас даже можем выиграть. Все, идем. Не обращай внимания, идем. Давай, иди, я прикрою. Его нам уже не спасти. Нам тут просто пробежать уже осталось чуть-чуть и все. Проходим, проходим. Сирена отключена. Вау, вау, а, не, все, приехали. Все, готово. Приехали. Уходи. Все, все, да. Закончились наши приключения. На этом самом моменте. Все. С нападом, думаю, можно закончить. Они остаются следы. А с фонариком исчезают. Прикольно. Все, ребята. Спасибо всем, кто участвовал в игре с подписчиками на Left 4 Dead. Ну а мы пойдем на следующую какую-нибудь игру. Из Left 4 Dead можно выходить.